Нужно подготовиться для шлафовой системы. Каким образом? Для больших функциональных. Или бег, или пробежка, разминка. Кто-то больше, кто-то меньше. Но не так, чтобы до плотности потерять плотность вас, а просто 10, 15, 20 минут, 30 минут хорошую разминку. То есть эффективность вашего купания резко возрастает. Поэтому вы можете брать спортивный костюмчик, или сейчас очень популярный закал бег, можете там в шортик приходить. Нормально, если там сильного мороза нет, в сторону Сияги, в сторону Черного озера, я сам на той неделе пробежал, прекрасно. Либо прокатиться на лыжах, либо взять коньки с собой, пожалуйста, здесь все это есть. То есть размялись, и потом можно, вот, пожалуйста. Вот теперь по проруби, схема какая? Желательно термошорты иметь, желательно термошорт тапочки, мы уже говорили об этом. Вот. Ну, по времени вы сами регулируете, я не могу вам говорить, у нас есть как люди, которые там по 30 минут могут плавать, есть новички, которые достаточно раз залезть и выйти. Тут уже как бы сами должны четко. Главное, не переохлаждаться, вопрос. Не переохлаждаться. Те, кто впервые начинает купаться, вы должны там реакцию посмотреть с организмом через день-два, после того, как вы залезли туда, там резко опустились и поднялись все. Вот. Ну а те, кто чувствует нормально, я думаю, у нас вот Иван Михайлович тоже начинал. Сейчас два раза в день купается. Утром, вечером. Так что да. Так, теперь что у нас? Мы будем, вот сегодня нет Павла Петровича. Вот. Мы как бы еще такая ситуация. У нас есть задумка, и уже мы реализуем такую Народную академию здоровья создания. То есть что это такое? Такой просветительский центр по всем оздоровительным методикам, по народным, там, зарубежным и так далее, бег, там, закал, там, ваши походы все. Мы хотели бы тоже создать такой центр, уже мы его, в принципе, создаем, посвятить. Что это такое? Ну, то есть, да, семинары, мастер-классы, мероприятия и так далее, и так далее. Все вот в рамках этого центра проводится. Чтобы вы понимали, у нас университет – это все-таки интеллектуальный большой центр. Мы можем использовать ресурсы этого центра, я призываю к этому, чтобы здесь все мы использовали. Теперь у нас есть такой пояс здоровья, как он называется, пояс здоровья, областная администрация проводит. Ну, честно говоря, они там ни о чем говорят. Вот. Мы реально можем наполнить это содержание. Каким? То есть наши, допустим, мажи выезжают, рассказывают там населению. Вот у нас Павел Петрович рвется, кто-то из вас готов со стажем поехать, пожалуйста. Вот мы, у нас есть график уже выездов. И мы можем спокойно присоединяться, есть, выезжать в район. Приехали, мы прочитали, там, побеседовали, собрали инициативную группу. Там, в каком-то районе начинает все это развиваться. Мы их поддерживаем методически, там, организационно. То есть вот такая еще тема есть, чтобы вы знали. Вот так, что еще у нас? Что еще? Ну, сегодня по субботнику. Значит, по организационному есть.